я немножко по-другому интерпретирую уровни, и большой плюс того, чему я вас по-простому буду учить, это, скорее всего, именно понимание рынка, это расстановка сил, это покупатели, продавцы, для того, чтобы вы могли понимать, что и как работает. На самом деле, это по-простому моя одна из самых любимых тем. Я вам покажу сегодня картинки, и сегодня я покажу вам еще некоторые другие вещи, которые дополнят вам правильность проведения именно уровней, и что и с чем это едят, и вы будете видеть, что эти уровни очень часто именно еще подтверждаются горизонтальными объемами, тем самым действительно показывают, что на тех уровнях, где был либо излом тренда, либо ложный пробой, либо зеркальный уровень, всегда есть кто-то, кто пытается что-то сделать с объемами. Итак, по-простому мы имеем уровень поддержки или уровень сопротивления, по-простому это уровень, да, например, там, давайте, чтобы мы нарисовали, цена этого уровня 35, да, чтобы не быть стандартным. Итак, по-простому, есть несколько вещей, как этот уровень может быть образован. Я не буду сегодня углубляться прямо в такие глубокие вещи, супер детально, я вам просто покажу большое количество графиков, все по-разному интерпретируют, как правило, когда трейдер показывает свои уровни, у всех практически они в какой-то момент могут быть разные, однако, естественно, уровень – это какая-то фиксированная цена, возле которой действительно происходят какие-то так называемые исторические события, которые как-то повлияли на эту акцию, что-то именно было в этих событиях, которые повлекли за собой либо изменение тренда, либо еще что-то. И мы всегда, в принципе, говорим, что на рынке можно зарабатывать деньги по двум причинам. Причина номер один – первая, на рынке всегда есть покупатель-продавец. И причина номер два – это история повторяется в какой-то момент. Да, никто не заставляет вас сидеть и смотреть именно, что происходило, но самое главное, вы должны смотреть, как будет себя цена вести именно после какого-то события. Скажите, как понять, что уровни проведены правильно? Ну, на пальцах я не могу ответить на этот вопрос, это приблизительно… Опишите, какого размера у вас плечи. Ну, вот, я сейчас сложу приблизительно такого. Есть маленькая хитрость. Как понять, что вы правильно проводите уровни? Если возле ваших уровней инструмент часто останавливается, то есть начинается проторговки, много касаний, или, например, инструмент очень сильно пролетает, то есть вы правильно определили какой-то пробойный уровень, это и есть как раз именно тот показатель, что уровни правильно проводятся. Если на ваших уровнях никаких остановок нет, инструмент никогда не останавливается, то есть спокойно проходит с таким ощущением, что такого уровня не существует, то, скорее всего, вы его неправильно проводите. Добрый день, Александр Михайлович. Следуя из вашего рассуждения, уровни являются просто ориентиром. Нет, неправильно, я так никогда в жизни не говорил. Самое важное – это понимать, где накопился интернет, эмитент и куда он идет, то есть самая энергия рынка. А уровни – это просто точки, чтобы можно прятать стоп. Я верно понимаю ход ваших сильных. Тогда зачем нам сильный уровень? Вы абсолютно неверно понимаете. Потому что энергия копится между уровнями. Если вы уровни неправильно обрисовали, вы не поймете, где копится энергия. А энергия копится всегда между уровнями. Там вопрос, как инструмент ходит, сколько инструмент ходит. Поэтому уровни – это не просто ориентир. Уровни, особенно где инструмент находится между уровнями, это то место, где набираются самые большие объемы и где инструмент купится. И, кстати, такое видео в интернете тоже есть, где я использовал программу Wolfix и показывал, откуда берутся уровни и почему уровни работают. Если разница в стиле уровней, если идет два касания в этом один и тот же день и два касания через какое-то количество времени в один и тот же уровень. Все зависит, тут немножко другая ситуация. Смотрите, если уровень несколько дней подряд начинает вот так вот идти зигзагами, конечно, сила такого уровня будет намного больше, потому что инструмент копится и каждый раз подходит с новыми силами к этому уровню. Поэтому такая ситуация, она, конечно, будет гораздо более сильнее, чем когда инструмент просто ударился один раз и не отошел. Доброго дня. В вашей книге «Курс активного трейдера» во второй главе, страница 36, говорится о дополнительных признаках усиливающих подтверждающих уровней, не добивающие бары. Насколько они могут не добивать, чтобы считаться барами, подтверждающими уровень? Если вы правильно, Владимир Иванов, читали книжку, то в книжке конкретно написано. Бары могут не добивать на размер люфта. Да? То есть там конкретно написано. Там написано также в книжке, какой есть люфт. Да? То есть есть люфт, и в зависимости от люфта вы можете смотреть, насколько бары могут не добивать. Приблизительно люфт равен 20% от стопа. Можно рассказать развернуто, почему важно закрытие дневных баров относительно локальных минимумов и максимумов? Я отвечу на этот вопрос, Алексей, но такие видео в интернете уже есть. Таких видео море.
Объясню почему. Дело в том, что когда у вас есть уровень, он обязательно должен быть подтвержден, неважно, сверху или снизу, для того, чтобы вы понимали, что делает крупняк. То есть бывают такие ситуации, что крупный игрок может закрыться 2-3 цента ниже уровня, и после этого, например, можете посмотреть, была такая компания TEN. И в этой компании инструмент закрылся всего на 1 цент ниже определенного уровня. То есть если вы видите, что инструмент закрывается на 1-2 цента ниже уровня, значит, крупный игрок разбил другого крупного игрока и смог закрыть инструмент выше или ниже уровня. Любые закрытия выше или ниже уровня подтверждают то, что инструмент начинает набирать какое-то направление для себя. То есть если у вас есть уровень, например, 50, а инструмент закрылся 50.02, это очень сильный сигнал. Почему? Потому что ему нужно разбить лимитного игрока по $50. Для тех, кто смотрел мои живые торги или был на семинаре, то те знают, что практически все стопы, которые я выставляю для захода, я выставляю на 1-2 цента выше или ниже уровня. Это является именно подтверждением того, что в инструменте уровень будет пробит. Добрый день или вечер, Александр Михайлович. Вопрос. Вы говорите, что надо слева смотреть график. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, как вы берете точку отсчета для того или иного уровня? Насколько вы отводите график влево для поиска уровня? С уважением, имени нету. Я не стараюсь далеко глубоко уходить влево. В первую очередь я торговую близлежащие уровни, которые, в принципе, слева. Когда я могу уйти по-простому далеко на недельном месячном графике или уйти глубоко? Тогда, когда я не вижу близлежащих уровней на том таймфрейме работы, например, нет. То есть, например, если инструмент, вот как недавно была ситуация по евро, да, евро пробил 1.17, это то, что было на видимом графике, и пришлось переходить на месячный график для того, чтобы посмотреть, где был евро там 3 или 4 года назад, для того, чтобы провести уровень. То есть, отвечая на ваш вопрос детально, когда я ухожу в левую сторону графика? Только когда я не вижу достаточной информации, то есть когда инструмент находится в экстремумах, которые я еще не провел. Вот детальный ответ на ваш вопрос. Иногда замечаю, что ваши уровни не совсем точно попадают в касающиеся бары. Я не стравлю на глазок, если вы посмотрите. Я пытаюсь не проводить прямо копейка в копейку, я просто отрисовываю канал. Но посмотрите внимательно. Я всегда навожу мышкой на бар для того, чтобы вам показать цену. Вот это очень важный фактор. Я не хочу тратить время на обзоре, сидеть и вымерять вот эту вот там одну секунду для Форекса. 2-3 пункта – это абсолютно не принципиально. Но все уровни, которые я провожу, они абсолютно не на глазок. Если вы говорите, что вы смотрите передачу и спрашиваете, с каких таймфреймов вы берете уровни, значит, вы не смотрите нашу передачу, потому что уровни я всегда беру только с дневом. Только с дневок. Самое интересное, что 2,5 года выходят обзоры на Герчик & Ко, и вы задаете такой вопрос, откуда берутся уровни. Уровни берутся только с дневок. И если вдруг иногда не хватает дневок, то уровни берутся только с недели. Поэтому внимательно посмотрите обзоры, которые, как вы пишете, вы смотрите, и тогда сделайте выводы. Я не смешиваю уровни с разных таймфреймов, я просто могу перейти на короткий таймфрейм и посмотреть, насколько хорошо или плохо отрабатывает этот уровень. А зачем посмотреть много инструментов в поисках уровня на дневке? Первое. Каждый день отрабатывают абсолютно разные акции. То есть есть несколько людей, которые очень любят торговать там 3-5 акций одновременно или берут, торгуют только нефть, к примеру. Есть ли в этом какой-то здравый смысл? Ответ – да. В этом здравый смысл есть. Я торгую каждый день разные бумаги. Почему? Я не хочу быть заложником того, что если моя бумага умрет, как я ее буду торговать. Поэтому в первую очередь, нужно каждый день выбирать разные бумаги. Сегодня новозеландец пошел, завтра пошел фунт, послезавтра пошло евро. И поэтому нельзя, например, торговать одно евро, потому что если евро умрет, вы останетесь по-простому без работы. Как много уровней вы рисуете на графике, текущие или текущие, еще один, два, все. А я стараюсь, когда, смотрите, две разные вещи. Если это уровни в виде обучения, я постараюсь подчеркнуть как можно больше. Если это уровни торговые, то я только буду отторговывать те уровни, которые близлежащие. То есть, если, например, мы в понедельник делаем обзор по рынку, то я буду показывать там многие уровни близлежащие. Если это мой торговый день, то я возьму только близлежащие уровни и на все старые уровни даже не буду обращать внимания. Не надо очерчивать огромное количество уровней, если цена очень далеко от них. Здравствуйте, вот Григорий Третьяков. Если торгуемый инструмент подходит в лонг на пробой к уровню при малых свечах, затем делает ложный пробой на одну копейку, закрывается недалеко под уровнем, то какой инструмент уже нельзя брать на пробой на следующий день? Можно. Почему нет?
Вы же не забывайте, у него просто могло не хватить энергии. Вы не учли два фактора, откуда пришел инструмент и как долго он шел. Да? Он мог очень долго идти, и у него просто закончилась энергия. Здесь огромное количество условий, которые вы не учли. Поэтому ответ «да, можно», на следующий день «почему нет», неважно, тут одна копейка, неважно, где он закрылся. Поэтому инструмент закрывается под уровнем, и дальше идет вверх. То есть все зависит от того, как мы подходили, сколько мы шли, на каких барах и все остальное. Здравствуйте, Александр Михайлович. Наталья Серникова, торгую фьючерсы на Форекс. Подскажите, стоит ли смотреть уровни на склеенном графике с недели месяца на текущем контракте? Такой истории нет. Ответ однозначно «да». Наталья, когда, в каких ситуациях смотреть на склеенные контракты? Когда не хватает истории на текущем? Тогда «да», можно смотреть склейку. Александр Михайлович, не могу понять одного. Вы чертите уровни по хаям или лоям, беря во внимание хвосты. Вот сам вопрос. У каждого брокера разные поставщики, значит, и график отличается. Обращать внимание на это или все равно чертить уровни по хвостам. Чертить уровни по хвостам и только от одного поставщика ликвидности, с которым вы работаете. Все, я это сказал в самом начале. Здравствуйте, Александр Михайлович. Вопрос такой. Разные биржи, разные поставщики ликвидности. Я черчу уровни по излому тренда, по проторговкам, по историческому уровню, где цена ходила, получается всегда в разное. Какая-то фигня, не знаю, что делать. Помогите, пожалуйста, разобраться. На этот вопрос я отвечал. Вам не нужно смотреть разные биржи. Если вы торгуете, вы, скорее всего, торгуете рынок Форекс. Если вы торгуете рынок Форекс, все предельно просто. Вы торгуете, например, одного брокера, Герчкин Ко, и не смотрите ни на какие другие котировки. Если вы торгуете российский рынок, то российские брокеры, так как это биржа, давайте скажем так, какая проблема Форекс? Форекс является внебиржевым рынком, и в некоторых, будем говорить так, брокерских фирмах могут, из-за того, что поставщики ликвидности разные, могут отличаться уровни по цене. Да, вы иногда смотрите и говорите, я там был в другой фирме, смотрел, мой уровень отличается от вашего. Поэтому я другие уровни не смотрю, я смотрю только уровни в компании Герчкин Ко. Поэтому, если вы хотите торговать, все предельно просто, элементарно ставьте уровни, которые есть на вашем брокере. И на другие брокеры, на других брокеров не смотрите. Александр Михайлович, доброго здоровья и вам огромное спасибо, Дмитрий Горбунов. Я всегда понимаю, когда необходимо смещать уровень. По вашим обзорам вижу, что это происходит часто. Честно, нет, это не часто происходит. Смотрю ваши обучающие уроки, но ответ для себя не нашел. Иногда путаю смещение с распилом, закрепление цены над и под уровнем. Дело в том, что уровни нужно смещать, когда появляется, особенно на дневке, какой-то новый уровень, который либо идет под уровнем, либо над уровнем. Такое очень часто бывает. Если вы посмотрите мои обзоры понедельничные, когда я рассказываю, особенно по Форексу, откуда берутся уровни и как они смещаются, то вы найдете на самом деле для себя ответ. Такое бывает не часто, да, вы говорите, в принципе, что такое часто бывает, не такое бывает не часто. Уровни некоторые, например, если посмотреть, они остаются в системе очень долго. Я как раз за то, чтобы уровни оставались как можно дольше, да, чтобы они действительно подтверждались. Поэтому такое бывает нечасто, не думаю, что вам нужно сильно переживать. Расскажите, пожалуйста, в чем принципиальное различие между уровнем первого отката и проторговкой после разворота? Какие существуют условия для уровня первого отката, которые неприменимы к проторговке? Ну, это, знаете, такой масло-масляный вопрос. Уровнем первого отката. Ну, еще раз объясняю. По сути дела, теоретически, то, что вы говорите, это практически одинаковые вещи. Да? То есть то, что вы сказали, это когда инструмент очень сильно идет вверх, и после этого начинает откатываться. Это называется уровнем первого отката, где идет остановка. Проторговка после разворота. Вопрос один. Проторговка происходит на том же уровне, или сначала происходит откат, а после этого идет уровень? В таких случаях делайте просто картинку, потому что 90% людей, которые слышат нашу передачу, они просто не поймут этого вопроса. Какие существуют условия для уровня первого отката, которые неприменимы к проторговке? Абсолютно одинаковые. То есть проторговка, все зависит от того, где была проторговка. То есть проторговка была именно на уровне или проторговка была после отката. Это очень важный фактор. Ответить на ваш вопрос без картинки практически невозможно. В следующем раз просто попытайтесь прислать картинку, и я попробую на нее ответить. Что значит уровни, которые прошиваются? Опять же, видно одно, что человеку просто похрену надо задать вопрос. Еще раз отвечу на этот вопрос. Огромное количество в интернете видео. Что такое уровень прошивается? Уровень обычно это сильный лимитный игрок, который не дает уровню пробиться. Это то же самое прошиваться, это то же самое, что пробиваться. Когда лимитный уровень пробивается, это называется уровень прошивается. Что это значит?
возникает большое количество ложных пробоев, и это значит, что к этому уровню нужно цепляться только тогда, когда есть лимитный игрок. Поэтому, когда вы видите, что можно поставить лимитного игрока, можно поставить сильный уровень, вот только тогда этот уровень не будет прошиваться. Почему? Если уровень прошивается, то размер стопа будет абсолютно другим. То есть вы должны работать именно с тем уровнем, возле которого есть лимитный игрок. Это самое главное, вы проводите уровни только по важным хай-лоу, или это не всегда может быть хай-лоу. Это, давайте скажем так, закрытие-открытие бара не имеет никакого значения, если они вне уровня. Закрытие и открытие имеет значение только, если они находятся возле уровня. Для того, чтобы определить очень сильный уровень, это, естественно, только разворотные свечи, где стоит либо встречный ордер, либо лимитный игрок, поэтому, к сожалению, или к радости, вам придется проводить хай-лоу сугубо по экстремуму. Если проводить уровни по месячному графику, будут ли это более надежные уровни? Ответ однозначно – да. Естественно, уровни месячные, они гораздо сильнее, чем что-либо другое, и будет очень хорошо это работать. То есть это действительно очень хороший сигнал, более сильный. Откуда брать уровни, когда инструменты дневного таймфрейма находятся в своих локальных хаях и релеях? Ниоткуда. Вы сами ответили на свой вопрос. Откуда могут быть уровни, если на инструменте этих уровней никогда не было? Нужно только смотреть, как инструмент до этого себя вел, с какой скоростью он ходил и как быстро он идет. И все. Единственное, что нужно сделать, если инструмент действительно как бы record high, да, то есть никогда там не был, ничего не поможет. Если это там all-time high, вернее 52-week high, можно перейти на недельные и месячные графики. Какая точка на графике сильнее для внутридневной торговли? High-low предыдущего дня или цена закрытия предыдущего дня? Смотрите, это очень хитрый вопрос, на него есть хитрый ответ. И high-low предыдущего дня, и цена закрытия. Но по цене high-low предыдущего дня имеет большую силу. Но цена закрытия имеет очень важный фактор по ситуации, где закрывается инструмент. То есть, если инструмент закрывается выше или ниже уровня, то цена закрытия будет иметь гораздо более сильный, гораздо большую силу, чем просто high-low предыдущего дня. Антон Давыдов, как вы относитесь к уровню вчерашнего дня, хай-лоу вчерашнего бара? Я торгую, пробую этих уровней, спасибо, ответ. Отношусь очень хорошо. Самое главное, старайтесь, чтобы эти уровни вчерашнего дня, хай или лоу, не были зажаты между другими уровнями, тогда тяжелее торговать. Потому что если эти уровни зажаты между предыдущими более сильными уровнями, то, по сути дела, вы будете торговать внутри одного какого-то очень сильного бара. Уважаемый Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, до каких пор однажды сформировавшийся уровень сохраняет свою актуальность? Когда признать его неактуальным? Будете очень приятно удивлены. Уровни, естественно, там какие-то длинные и долгосрочные, они могут не иметь актуальность. Но к этим уровням все присматриваются. Например, давайте я вам сейчас просто приведу пример один и покажу просто на графике, чтобы вы понимали, и все будет понятно. Вот смотрите внимательно. Видите? Это натуральный газ. Натуральный газ, первый, видите, вот уровень, они пошли, когда фьючерсы стали с 96 года. Смотрите. Этот уровень отрабатывался и отработался через 10 лет спустя. Видите? И отработался опять еще 14 лет спустя. И, скорее всего, сейчас тоже будет отрабатываться. То есть, смотрите, что происходит. Это понятно, что вот этого крупного игрока, который раньше сидел, его нет. Но все крупные игроки обязательно ищут какие-то рубежи, обязательно, для того, чтобы к этому инструменту прикрепиться. Поэтому в первую очередь обязательно обращайте внимание на очень сильные уровни, которые находятся очень далеко. Все это видят, и возле этих уровней крупные игроки будут ставить лимитные заявки. Да, самое главное. Будете ставить лимитные заявки. Вот это самое главное. Алексей Кучеров. Александр Михайлович, вы думаете, вы рекомендуете начинать смотреть уровни слева, то есть анализировать, проводить их, при этом правая сторона должна подтверждать наличие уровня сигнала. Ну, как далеко нужно смотреть левую часть графика, если речь идет о дневке, полгода, месяц? Хороший вопрос. Приблизительно полгода хватает. Более чем достаточно. Когда можно переходить на более крупный таймфрейм или увеличивать горизонт вашей дневки? Только тогда, когда на дневке не хватает уровней. То есть, если вы вышли за пределы, за самые высокие точки или за самые нижние, за самые низкие точки, тогда можно увеличивать таймфрейм. Обязательно все равно нужно брать дневки в рассмотрение. Только дневные графики. Дневки и выше. Можно смотреть и дневки, и недельки, и месяца. Добрый день, Александр Михайлович. Вопрос такой. При торговле на Форекс Интрадей, как глубоко и нужно уходить влево по графику для определения уровней? Спасибо, Максим Семенов. Макс, отвечу на ваш вопрос.
обычно надо смотреть, естественно, ближайшие левые, да, то есть в первую очередь, естественно, уровни затираются, уровни теряют свою силу, очень многие уровни уходят на задний план после определения, вернее, после долгой торговли. Естественно, в первую очередь будут самые сильные левые, всегда будут иметь гораздо больше смысла. Для чего используется, для чего можно уходить влево по графику? Влево по графику уходится, если вдруг, например, акция уходит или инструмент, например, вот как сейчас. Да, что произошло с евро? Евро пробил, например, свои важные горизонты там в 1.14.5 и идет вверх. И дневки уже маловато, нужно смотреть на недельный или на месячный график. Точно такая ситуация произошла именно по канадскому доллару, там прорыв нижнего канала. Поэтому, отвечая на твой вопрос, если инструменту не хватает информации на близлежащих уровнях влево, только тогда можно уходить далеко влево. Я не сторонник прям глубоко, далеко, там 5-10 лет назад, но расскажу очень интересную историю, которая как бы очень хорошо для меня закончилась. Я рассказывал и показывал эту сделку много раз. Это была сделка, по-моему, 5 или 6 лет назад, или 4 года назад, по натуральному газу, по-моему, 5 или 6 лет назад. Эта сделка, может, 4. Эта сделка была по натуральному газу, где отработал уровень 12-летней давности. То есть натуральный газ закатали по-простому в пол, и на графике уже не оставалось уровня. Я пошел на месячный график и увидел уровень 12-летней давности. Я не знал, отработает он или не отработает, но инструмент стал останавливаться на этом уровне. Для меня, просто чтобы вы понимали, уровень – это то место, где я могу привязать стоп. Вот и все. И где могу определить направление. Если я вижу, что инструмент останавливается и начинает там отрабатывать этот уровень, то есть работать возле этого уровня, значит, все этот уровень видят, и я буду работать возле этого же уровня, понимая уже все-таки, куда инструмент пойдет, вверх или вниз. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, если инструмент вышел за границы канала, где вы не видите с левой стороны ничего, то тогда можно выходить влево, далеко уходить. Здравствуйте, Александр Михайлович, давно хочу спросить у вас, у многих студентов, как лоды выкладывают сделки, видел, что уровень дневки немного отличается от уровня торгового короткого таймфрейма. Правильно ли это? Стоит ли корректировать уровень сдневки на коротком таймфрейме локально? Алексей Нижненов. Ответ следующего характера. Дневка не всегда должна соответствовать с 5-минутным уровнем. Вопрос один. Идеально ли, когда дневка совпадает с 5-минуткой? Ответ однозначно да. Если короткий таймфрейм совпадает с длинным таймфреймом, то, естественно, этот уровень по силе гораздо сильнее. Обязан ли он совпадать? Ответ нет. Но самые сильные уровни – это те уровни, которые, где 5-минутка связана с дневкой. То есть только тогда, когда не видно, где уровень, только тогда можно отрабатывать дальние уровни, там, ягодичные и двухгодичные давности. Следующий вопрос. Какой смысл вы вкладываете, если цена закрепится? Дело в том, что у нас есть уровни, если цена закрепится, это идет только относительно уровня. То есть закрытие цены на любом таймфрейме, например, там, если вы торгуете часовики, четырехчасовики или дневки, это закрытие цены выше или ниже уровня. Это и называется закрепиться. Здравствуйте, Александр Михайлович. Не совсем понятно, что такое закрепление, сколько баров на каком таймфрейме. Объясните, пожалуйста, в примере. Еще раз, я отвечал на этот вопрос миллион раз. Отвечу миллион первый. Андрей Скутильник. Позайдите в интернет и посмотрите. Закрепление в зависимости от вашего таймфрейма. Если вы торгуете на дневках, то закрепление – это когда любой пробойный бар закрепляется на дневном графике выше или ниже уровня. Это и называется закрепление. А слово «закрепился». Да? То есть если мы висим на доске, привожу вам пример. Вот так вот у нас доска. И мы висим, мы не закрепились. Но если мы вылезли вверх и залезли сверху, мы закрепились. То есть закрепление – это подтверждение того, что один из игроков побеждает другого. Закрепление – это закрытие одного из баров на определенном торговом таймфрейме выше или ниже уровня. Здравствуйте, Александр Михайлович. Вопрос по уровню. Вы говорили, что уровень – это касание копейка в копейку. Нет, я так не говорил. Нет, я сказал, что это самый сильный уровень. Вы просто смотрите, наверное, бесплатные вебинары. Торгую Америку, один инструмент заметил, что чем старше уровень, тем он размытый, естественно. Получается зона уровня, да и свежие уровни тоже зона. Отсюда вытекает, что и тактика торговли меняется. Могли бы вы рассказать, как торговать зоны, ведь крупный игрок, в отличие от улицы, помнит эти зоны. Спасибо. Ну, как я уже еще раз сказал, вы, скорее всего, неправильно интерпретируете мои слова.
Я просто говорю, что когда уровень касается копейка в копейку, он самый сильный. Но есть уровни, которые могут не добивать, есть уровни, которые могут перебивать. Вопрос один, откуда идет этот уровень, какова его сила? Это немножко другое, да? Не всегда получается, что зона уровень. Просто уровень может быть не совсем точным, что абсолютно нормально. Просто когда новички начинают торговать, то для новичка очень важно для того, чтобы искать более филигранные уровни. То есть самая главная задача – это понимать одну вещь, что, например, если я торгую ложный пробой, для меня вот эти 2 или 3 копейки, они ничего не значат. Я не смотрю на эту зону. Зона – это немножко другое. То есть если вы хотите, например, торговать зону там, 5-центовую, это абсолютно нормально. Но если вы считаете зоны, там, это накопление между двумя уровнями, это абсолютно две разные вещи. То есть я по сегодняшний день все равно продолжаю работать с горизонтальной ценой. Вот на семинаре, на живом семинаре, я последний день семинара торгую. Кстати, у нас сейчас был семинар в Стамбуле, и с 6 торговых дней было 3 торговых, и 6, вернее, дней обучения было 3 торговых дня. Было сделано 26 сделок, 4 убыточные, 2 безубыточные и 20 прибыльных. Я торговал просто горизонтальные уровни. Ну, естественно, перед тем, как торговать уровни, надо, естественно, студенту объяснить, как торгуется этот уровень. Но цифры, на самом деле, впечатляющие. Больше 80% было положительных сделок и торговали именно уровни горизонтальные, ценовые, а не зоны. Здравствуйте, Александр Михайлович. Первое большое спасибо за книгу. Спасибо и вам. Я торгую американские акции, портфель 5 акций. Вопрос, цена практически никогда не бьет тик-тик на дневках и создает зону в уровне в 2-10 центов в зависимости от цены актива. Ваше отношение к зонам и уровням. Второй вопрос, вы как-то рассказывали про специалистов. Как вы думаете, можно ли изучить стиль торговли специалиста за 1-2 года? Вячеслав, вопросы очень хорошие. Мое отношение к зонам и уровням абсолютно адекватное. 2-10 центов – это абсолютно нормально. Но скажу больше. Если вы будете смотреть больше акций, вы увидите, что на большем количестве акций, в большем количестве инструментов есть огромное количество ударов копейка в копейку. Следующий вопрос. Александр Говденко. Добрый день, Александр Михайлович. Как вы относитесь к маржинальным и опционным уровням? Ну, смотрите, вопрос один, что вы называете опционными уровнями? Если уровни, на которых вы думаете, что будут какие-то опционы, ну, отношусь абсолютно адекватно. Маржинальные уровни, как таковых их в природе не существует, потому что у каждого человека абсолютно разный маржинальный уровень. Да, то есть это все зависит от вашего состояния счета. Поэтому я к ним ну, никак не отношусь, потому что я не копал в этом направлении. Информацию, к сожалению, дать не могу.